В далеком-далеком Орландо, в Америке, жил маленький мальчик. Чуть назад. Он очень часто бегал в порт и смотрел на приплывающие лайнеры. И он сказал себе, что вот моя мечта, чтобы я, мои родители, моя семья, мои друзья обязательно когда-нибудь в жизни поехали на таких лайнерах. Он рос, закончил школу, потом закончил университет, потом он начал работать. В 25 лет он познакомился с Тони Робинсоном, и они создали школу бизнеса, и вы знаете, они работали долгих 7 лет. Они помогали многим компаниям выйти в прибыль с нуля или с минуса. Но вот эта мечта, голубая мечта детства, она никогда, никогда не покидала уже взрослого парня. И вот прошли года. Бизнес — это все хорошо. Но так как он работал в таких больших компаниях, консультировал большие компании по бизнесу, он понимал, что люди очень тяжело работают и мало отдыхают. И теперь у него появилась уже очень большая мечта. Он уже захотел, чтобы все люди на нашей планете Земля больше отдыхали и меньше работали. Он написал 3 книги, и сегодня одна из книг, она переведена на русский язык, и вы, наверное, многие уже ее приобрели, и многие прочитают, потому что на сегодня этот человек стал международным коучером, международным бизнесменом, которого узнают уже во многих странах. Наверное, его так долго нельзя представлять, но мне так хотелось передать вот этот дух этого человека. Я хочу представить вам президента нашего международного клуба «Инкрузис» Майкла Хатчинсона.